1 августа, Салават, площадь Ленина. Именно здесь сегодня проходит самый красивый и самый женственный флешмоб. Его главная цель – привлечь внимание горожан к красоте и миру. Пришла такая идея, чтобы во многих городах собрались девушки на площади города и одели красивые наряды, украсились, накрасились и взяли с собой цветок в руки для того, чтобы потом пройтись по городу и подарить этот цветок какой-нибудь грустной, печальной женщине, для того, чтобы вдохновить ее, подарить ей чуточку своего тепла, любви, света. Вокруг меня девушки в прекрасных платьях с цветами в руках. Столько красоты в одном месте Салават еще не видел. И когда собираются много счастливых женщин, энергетика поднимается, и человек становится радостный, и хочется дарить людям тепло, улыбки и счастье. Пришли сюда, надеемся, что еще побольше народа подойдет, конечно. А так очень интересно. Почему так мало девушек? У нас же полно девушек. Салавате красивых. Хоть у нас и мало, но вы команда. На лицах прохожих улыбки, а значит, флешмоб удался. Наталья Милконова, Алексей Исаев, телеканал ЮТВ, Салават.